тех пор, как Юваль, сын Лемеха, сын Метушеева, сын Мехиаэла, сын Ирада, сын Ханоха, сын Каина, сына Адама, сделался отцом всех играющих на арфе и свирели, творческим гением его потомков были рождены многие музыкальные инструменты. На протяжении тысячелетий искусные мастера трудились в стремлении своем найти гармонию, утраченную Адамом в раю, и воплотить ее в совершенных, причудливых музыкальных инструментах. Усложнялись их конструкции, изменялись технологии, в дело шли новые материалы и даже электричество. Но однажды явленный Аврааму шофар остается неизменным. Неизменен его вид и устройство, все так же неизменен его пронзительный голос, кричащий, зовущий, несущий благую весть.